В правительстве региона обсудили социально-трудовые проблемы. В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти, профсоюзы и работодатели. Эта встреча для участников комиссии в текущем году завершающая. Об итогах работы отчитались главы городского округа Шуя и Савинского района. На протяжении ряда лет с 2014 по 2016 год задолженности по заработной плате на предприятиях района не наблюдается. Рост заработной платы увеличивается. Наблюдается рост заработной платы, увеличиваются объемы выпускаемой продукции. В целом, в Савинском районе все спокойно, но проблемы все равно есть. Как и во всем регионе, это черная и серая зарплаты. Очень часто бывает так, что работник сам выбирает теневой заработок. В целях сокращения масштабов неформальной занятости, легализации трудовых отношений, в текущем году рабочая группа проводит еженедельные рейды. В результате выявлено 86% от планового показателя работающих без оформления трудовых договоров. Проблему зарплаты в конвертах собираются решить за счет агитационной работы с населением. Остается открытым вопрос с выплатой задолженности работникам Шуйской тезинской фабрики. С этим глава городского округа пообещал разобраться. Поговорили и об изменениях в социально-трудовой сфере. С 1 января 2017 года функции по администрированию страховых взносов, по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством будут возложены на налоговые органы. И обращаю внимание, что страховые взносы теперь будут относиться с 1 января к налоговым платежам. Власти уверяют, никаких рисков для работников передача полномочий не несет. Однако все долги в фонде социального страхования работодателю необходимо погасить до 31 января. Скоро начнет работу специальная горячая линия по этому вопросу. Главная цель комиссии на будущий год предупредительная. Важно не доводить ситуацию до той черты, когда работник вынужден обращаться со своей проблемой в трудовую инспекцию. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.